Полное описание и точная дата выхода 8 серии нового российского сериала «Конец невинности». 8 серия сериала выйдет на Первом канале 13 апреля. В новой серии мы увидим, как Полина застает свою подругу Алису, целующуюся с Игорем в офисе. Она испытывает укол ревности. Ирина в очередной раз ссорится с Игорем, ночует на работе в фотостудии, а на утро собирает вещи и уходит от него. У Татьяны с Антоном очередное свидание. Паспорт Дмитрия с пятнами крови находит в Израиле на границе с Сирией. Олег сообщает Полине и Игорю, что шансов на то, что Дмитрий жив, практически нет. Несмотря на это, Полина чувствует, что ее муж в огромной беде, и ему нужна помощь. Предчувствия не подводят любящую жену. Напомним, 8 серия сериала выйдет на Первом канале 13 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.